площадке. Передача и шайба в сетке. Сергей Широков становится автором второй шайбы «Авангарда». Как же классно все сделали хоккеисты этого звена. Звена Ильи Зубова. Только-только начался праздник на трибунах. Борис отыгрался. Борис сравнял счет. И вновь уже впереди гости. 2-1. Счет, в общем-то, на спине у Сергея Широкова. 2-1 в пользу «Авангарда». Прекрасная передача. Следующий скрытая. Зубова, номер 38. Денис Паршин. Дениса спиной Паршина, буквально видит, чувствует, где находится партнер. Шайбу забросил Сергей Широков, номер 21. Седьмая шайба Сергея Широкова в этом сезоне. Опережает он Владимира Соботку. Становится лучшим снайпером команды.